Меня зовут Александр Малиновский, участник проекта «Голос», номинант «Золотого граммофона», номинант премии РУ-ТВ «Открытие года», тот человек, который, собственно, выступает на концертных площадках, по радио, по телевизору, и сегодня сооснователь блокчейн-платформы международного огромного проекта «CrowdWiz», который сегодня развивается почти уже во всех странах нашего мира. Что понравилось в сегодняшней работе с вами, ребят? Хочу вас поблагодарить за отличную подготовку. Для меня, когда человек, который рассказывает про новые технологии, про блокчейн, это максимально полезный девайс в ведении презентаций. Сегодня получилась по-настоящему такая, знаете, классная, живая, интерактивная беседа-презентация. Очень полезно, очень круто. Я прям, ребята, прям спасибо вам огромное.